Уголовным розыском УМВД по Братску разыскивается Княгина Евгения Александровна, 1992 года рождения. В августе 2011 года девушка ушла из дома в поселке Энергетик и безвестно исчезла. Предположительно, в прошлом году Княгину Евгению видели в Иркутске. Приметы: на вид 20 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в серую футболку с рисунком сердца, джинсы, белые босоножки. Лиц, знающих местоположение девушки, просят позвонить в полицию по телефону 8 964 217 7986 или родственникам 8 964 745 89 35.